Торжественно клянусь, кадеты Верхнеуральского агротехникума приняли присягу. 12 сентября, когда православные отмечают День святого Александра Невского, в храме святителя Николая Чудотворца Верхнеуральска после праздничной литургии произошло торжество, которое считается одним из важнейших мероприятий в жизни кадетского корпуса и станицы Верхнеуральской в целом. Там семеро второкурсников корпуса принимали торжественную присягу. Воспитанники дали торжественную клятву быть верным идеалом кадетского братства, свято беречь и приумножать традиции кадетов, любить родину и защищать ее интересы. В торжественной церемонии приняли участие руководители и сотрудники агротехникума казачьего кадетского корпуса, представители казачества и духовенства. Молодых кадет приветствовали, наставляли и поддерживали морально настоятель храма отец Алексий, предки которого, кстати, тоже были казаками. Казаки станицы во главе с атаманом Дмитрием Савеловым, председатель совета стариков в станице Сергей Кокорин. После принятия присяги кадетами атаман станицы зачитал приказ атамана Оренбургского казачьего войска Романова о присвоении руководителю казачьего корпуса Евгению Сергалееву чина хорунжий.